Две недели назад состоялась первая встреча жителей микрорайона «Солнечный» и представителей городской администрации. На ней обсудили план благоустройства на 2017 год. А уже на данной встрече был представлен обновленный проект, составленный на базе поступивших предложений. И все же в схеме жителей многое не устроило. Дополнительные изменения пришлось вносить на месте. Эта карта будет храниться у нас до 2017 года, как исходный материал, чтобы мы с вами четко отслеживали все вопросы. Потом, конечно, будет уже уточненная, но эта рабочая останется незыблемой. Жители этого микрорайона сетуют на то, что уже изначально не все предложения были учтены. Но в ходе встречи план по возможности скорректировали. Основная проблема здесь – парковки. Во дворах порядка 600 машин, а мест предлагается в 6 раз меньше. Следующий вопрос, который тоже очень глобальный, это организация схемы движения внутри микрорайона. Чтобы машины не сталкивались, у нас не получалось, что как на узком мостике встретились два барана. Но это уже было обещано, что будет решен этот данный вопрос. Мы надеемся, что удачно завершится все это. Такие собрания уже стали традиционными. Для руководителя это более широкое общение с людьми, возможность услышать их мнение, иметь обратную связь. А для жителей – шанс получить ответы на все интересующие вопросы. Диалог получился очень интересный. Во многом мы согласны с жителями. И это конструктивные предложения, потому что они основаны на ежедневных наблюдениях жителей. Я считаю, что это правильный подход. Мы внесли соответствующие корректировки в подготовленный проект. Я уверен, что мы найдем компромиссное решение, которое улучшит жизнь жителей в микрорайоне «Солнечный». Также жители волнуют недостаточность освещения. Не хватает фонарей, а которые есть, неяркие. Этот вопрос пообещали решить, не дожидаясь следующего года. Поручено провести обследование и сделать все необходимое. В заключении встречи после реставрации вернули на законное место памятную табличку, которая знаменует дату открытия микрорайона «Солнечный». Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.